Лечу Уинст. Так, полминуты била. Ну, что там стоим? Что там? Бывает тут, потащу тут. Статисты. Этот. Ну, пусть эти тоже где-то, да. Золотистая форма. Белин, каски, актуалы, кулаки, анти-МП5 раздаст, когда подойдет. Белин, спекайся в танк. Нет. Нету. Чего дранжишь тут? О, золотистая ФК, Поклонский куда-то пропал. Спасите. Да напуливайте меня. Мне нужна помощь. Подойдите от босса, да, до комиссария. Да, зря на пульте, ё-моё. Хорошо, первый раз. Хуйня какая-то, блин, зачем ты его забираешь? Я не забираю никого.
Бейте командира точно на тех лавах. Не вас убьют, если подойдете к ним. РД и хилы вам лучше отойти от них. Если что, у Крауда РК не работает, не слышит, как, что мы говорим. Ничего страшного, уже скиллы. Золотистая, сумунься. Пафы. Да, блин, ты в ретрике. Золотистый протопал. Вот ты тут. Давай там РЛ. Ладно, что, начинаете, что? На, блин, на тебе РЛ. Че, начинаете, че? Как босянин прям. Походу босянин не знает, что это такое. Да тут мало кто знает, кто это такой вообще. Там один крутила. Это Масяня была, там еще какая-то была дичь, ну там прям дичь-дичь была. По людей там или инопланетяне, так и не было, лесовка такая жуткая. Что, конечно, дичь была. Дикая дичь, да? Да. Кто-то помнит кино «Дикий-дикий вест»? Конечно. Но там тоже дичь. Кто-то помнит фильм «Крестный отец»? Наверное, только повороте и помнит. Все смотрели, наверное. Не, у меня это DVD-шник. Что-то не работали, запись была хреновая. У меня там с каждой части, с одной из трех, 20 минут фильмов не хватало, но что-то выкидывало. Так и не посмотрел, чем он заканчивается. А, вспомнил, там магазинчик Бо назывался, тут мультсериал от автора Масяни. Дичь, которая. Цирк приехал. Это
задание. Это заклинание еще не готово. Сильнее страдания. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с ним. Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но, боюсь, тут замешано и более мощное. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Святилище пало. Кого рока не стоит? Да, да, готов.
Поклонский что-то в подгороде делает. Он пошел сокеты ставить. Покликнешь, когда будешь запускать. Ну, так вот тут. Эх, шинан, шинан. Ты золотистый взял босса, я тут при чём? Ну, почему да. Мелкие на тебе все были? А ну это, блин, ну я заранее дал эту клык. На мне босс. На мне босс, а не на золотистый. Я не жал таунты. Я не тебе, я золотистый, на золотистом. Это я знаю, я вызвал. Я клык вообще щелкнул призывом метеора, захватил. Клык никак не влияет на аквамелки. Для панцирь это был, когда было первое дыхание. Не, это тоже я с пула. Трэш на него напулили. Вот это да, может быть. Я сомневаюсь, что из этих троих напулеров кто-то напулил на БДК. Ну он опять прожал все, что можно было. Ну да, трэш не дошел до рейда. Он сразу побежал на него. То есть по-любому он там что-то прожимал. Понятно. Каски по повару. Топ ЕП по себе. Сейчас. Тут видео смешно скилла, потом посмотрите, кто хочет.
Да, да, вставай в лужу, прям вставай. Еще один. Тоже вылетел, наверное. Рарара, бери. Смотрите, если добили. Узумаки, выходи тоже. Ок, иди. Бабл, круглый бабл, бабл. Это жест виноват. Там двойная метка была еще. Растут, растут, растут. Еще растут. Блять, сорян. Блин, туда случайно. Заходи. Заходи, заходи во тьму, быстрее. Тугалы, зайди в... Небеса в огне. Как? Казак, татами у тебя есть? Ставь там. Ни в коем случае. Выноси, выноси. Небеса в огне.
Да, да, все. А в свет можно выходить? Дамажит. Бля, ни к чем, сука, стопни дамаг свой. Твой ебучий ДПС здесь не нужен. Олег, дай каплю, Олег. Да, на варе даю каплю. Держи. А, блядь. Давайте там берса 30 секунд уже. Это не один. Милилут. Ну и танк. Жесть, у нас лог бил мелкий трэш вместо большого. Ну, я вот думаю, что за херня такая. Кажется, ни к чем. Это второй Джерин теперь. Я не знаю, 270 тысяч у тебя по большому голему. Это, ну, вообще ничего. Рудеус тоже не бил большого голема. Просто первых двух големов вообще, я думал, мы сейчас будем перебегать, и голем еще живой будет. Забирай все себе, чувак. Бля, РУДС еще 8к ДПС дал. Почему только мелкий бил? Зачем ханту просто так? Ну он вообще ДЦ шел, наверное, у него ШП вообще плохой. Сегодня пилил, да. ЦЛК нормально, не буду бросить. Нет, ЦЛК. Фидишмаунт, я бы тебе нормально тоже хилил. Фу, боже. С первого утра. Ты еще одну выроску пойдем? Не совета. И старшего ТТМ был, надо было под гимн давать. Гимн пьет, думал, у тебя ТТМ есть. Потом его дал ваш.
преступление против человечества. Слушайте, а ЕП будет?